Все, ты видишь? Да. Здесь, если что, нет никакого эпичного звука. Здесь тоже нет. Умер наш Кидзоку Юкибойо, благородный и храбрый защитник Якудза. Он был последний из самых мудрых. Скоро внутренние разборки уничтожат весь клан. Мы должны что-то предпринять, или русские стряды оттеснят нас от дел. Я уже подумал об этом, благородный Хатори. Мы можем клонировать Кидзоку Юкибоя, и он снова будет руководить кланом. Вы думаете, наши лаборатории потянут такой проект? Наши лаборатории уже начали работать. Нам осталось только обеспечить секретность этого проекта. Проекта КИП-01. Гениально. Дерепере-пере-пере-пере-пере-пере. Мне удалось спустить это чудо. И тут половина не у меня, микрофон шумит, а это дождь такой. Да. Типичный Лос-Анджелес, пустыня прямо. Даже с дождем. Ну вот, мы уже даже можно не исходя с одного места, просто заметить слегка, что у меня и у моего напарника одинаковые модельки. Худ такой, как вот эта бета-версия. Зато есть русская озвучка. Очень полезно, напарник. Бегать нельзя, ничего нельзя. Оружие поднимается вручную. Какая перспектива. Они даже сделали что-то летающее, нечто. Ну, класс. Вторая половина бюджета ушла на это. Братец мой. Там можно еще что перепрыгнуть. Протестил. Да. Ну, из плюсов игры можно выделить, что здесь есть тени. Рэгдоу есть в 2006 году. Чтобы подобрать оружие, нужно на него смотреть. И, кстати, это нигде не написано, но на правую кнопку мыши можно входить в первое лицо, которое трясет как-то. И эту клавишу нельзя переназначить. Так. Это работник. У них не тревога, а будильник какой-то. Стреляет. А, это хренати. Ну-ка, ну-ка, что ты сможешь сделать? Ну, никакое взаимодействие с кнопкой не работает. Это мне, наверное, и не нужно с ней взаимодействовать. Единственный обзор, который я нашел на эту игру в интернете, был сделан в 2006 году, ну как игра. И он заявляет то, что ХП восстанавливается только в начале новой главы. Ни нового уровня, аптечек нет. Наверное, придется наворачивать тренер какой-нибудь.
Это не читерство, если это не игра. Я наверну на нее тренеры, чтобы вам не пришлось смотреть на эти эффекты крови на экране и на перезарядку жуткую, да. Так что поехали. Таким образом, хотя бы, скорее всего, можно пройти. А, нет, все-таки эффекты крови есть. Я нажал на паузу просто. А, на F6 и F5. F9, видимо, загрузка. Да? Нет. Это скриншот берет она. Что? F7 загрузка. Окей. Паркур, паркур. Не знаю, тут там невидимая стена. В прошлый раз я допрыгнул. А, это перезапуск с самого начала, нет. Я уже бывал. Все, нужен разбег. Этот звук. Нет, я не могу запрыгнуть все-таки. А жаль. Кто стреляет? А, я забыл тебя убить, все. Чтоб потом не выбежал. Сразу его хахнем. Вот тут точка появляется. Так не появляется. Классный лифт. Напоминает мне первого Хитмана. То есть мыши и крысы убиваются, да? На это время вы потратили. Окей. Напряженный геймплей. Музыка прямо. Ее нет. И нужно навестись на оружие, чтобы подобрать, как я говорил. По-другому никак. Что это? Алярм? Я не могу нажать. Господи. Все, следующий уровень. Прогрузочка. Мне опять показывает брифинг зачем-то. А, оружие мы... Все оружие забрали, кроме пистолета. Ну, так примерно и выглядит улица. Пустыня Лос-Анджелеса. Вау. Классная походка. Тут есть стелс. И любые движения наши герои выполняют потанцованно. Что, миссия провалена? А, я же не сохранялся после. Ну, погнали, ладно. Погнали. Ну, разброс вроде меняется от того, как я двигаюсь. Ну, не факт. А чё, брат остался там? Он телепортируется ко мне? Нет, он телепортируется. Как он телепортируется? Хотя бы лифт назад идет. На том спасибо. Я уж не рассчитывал, что кнопка будет на том конце. Всё, ты залез? Безмолвный. Близнец. Крыс пропал.
Это отдача. F5. Сохранились. Все крысы здесь теперь. Угу. Все сохранились. Ха, лаборатория блокирована. Просто с улицы заходишь, выключаешь сигнализацию. А чё? Чё не так сделал? А, точно, точно. Здесь же стелс режим, я... Все, теперь меня не видно. А, и брат тоже крадется. На том спасибо. Сейчас я встану, и лаборатория будет блокирована, да? Могу сохраниться, сидя, да? В какую сторону вообще идти? Я не могу же сзади как-то атаковать скрытно. Поползли, поползли. Присаживайся, я ж нажал. Наверное, нам сюда, раз уровень в эту сторону расширяется. Хотя он в ту сторону расширяется. Давайте сохранимся. Хорошо, что я сохранился. Да, вон там охранник. Учись, Кодзима, как надо делать стелс. Просто медленно ползем. Все. Ничего лишнего. А чё ты встал? Чё ты встал? Ты же сидел раньше. Может, это он меня... Как красиво сказать, может, он меня обнаруживает, дает обнаружить. А, тебе должно быть стыдно. Нет, когда я загружаю сейф, он встает. Вот отвернулся. А теперь меня кто заметил? Этот.
Что, сюда надо было идти? Опять брифинг. Заперто, видимо. Меня продамажила кнопка. Все, стелс начинается. Потому что этот пистолет будет абсолютно точным и абсолютно неслышимым. Два выстрела в тело. Почему мне комикс начально показывает? Почему это неправильный вопрос в отношении этой игры? Что, стой? Я все правильно сделал? Это комикс. Ох, боже. Спасибо. Большое спасибо. Вы... Но вы не агенты британской Неотек. Кто вы такие? Никакие мы не агенты. Говори, что знаешь о секретных экспериментах, папочка. Я не знаю ничего. Не могу я. Знаешь, знаешь. И можешь. Выбирай, или мы вытащим тебя отсюда, или будешь торчать здесь, пока не прикончат. Ну? Я покажу. Там есть пробирка. Только заберите меня отсюда. Пожалуйста. Ну давай, давай, дедуля, пошевеливайся. Что за зубы? Что это такое? Зачем? Какое-то выражение лица, когда нижнюю губу вниз убирают. Охранники вооружены битами. Я могу тоже взять. А могу взять вторую? Я могу взять, вот, да, уже две биты. Зачем? Просто две. Что нам нужен? Или что мы делаем-то? Это пробирка, то, что тебе надо. Хватай ее. Хватай и бежим отсюда. Все, будильник звенит, пора проспаться. Окей. Так откуда мы взялись? Пистолет у меня забрали. Ты будешь мне помогать? Нет. Я не знаю, выход здесь может быть вообще где угодно. Нет? Странно. Ученый погиб. Какой ученый? Где? Наверное, его летающий жук прикончил. Кингстон Бич, Калифорния Сити. Павел Брозек, ваша... Я про Павел Брозек уже?
Окей. Ничего, Робокоп. Мне кажется, эта игра использует материалы из Vice City. Анимации, вот эту вот штуку. А панки захватили аптеку, уничтожить клерка, спасти. Окей. Наверное, лестница там неспроста. Я сделал это, потому что знал, что игра мне за это ничего не сделает. Аппетитно. А, я могу перезаряжаться? Зачем эта комната? Зачем эта квартира? Зачем это не... Тот вопрос. Для этой игры. Что это за страна? Мы в Ямайке? В Калифорнии Сити теперь это Ямайка? Забавно. А, это, видимо, это и есть аптека. Что? А. Клерк погиб. А. Ладно. Спидран, да, клерка. Наверное, он продавец называется, не клерк. Закрытая бочка горит. Почему мне пойти в обратную сторону? Что случилось с этими уродами? Они никогда, никогда не нападали по-серьезному. Это же просто гребаные панки. Здесь происходит что-то странное, Коп. Вуду затеяли волнение. И я видел, на улицах совсем нет полицейских. Ага. А я тебе что, дерьмо в проруби? Нет, Коп. Ты ходячий труп. Тут ходят слухи о... хорошенькой сделки, ну и типа полиции в ней замешана, и все остальные. Заткнись, идиот! Полиция чиста! Типичная полиция. Опять сопровождение. Зато у нас музо есть. Типичная аптека, типичный аптекарь. В аптеке единственное, что продается, это смазка. Откуда? А, тут задний проход. Задний проход. И я хотел... А, я подобрал все-таки трубайки. Все, что он кончился. Не знаю, оружие исчезло. Пошли. Игра нигде не объясняет не только управлением, то, что я могу приказывать следующим NPC на один двигаться за мной и на два стоять. Причем даже голосовых команд каких-то не происходит при нажатии этих клавиш. Да там нету ничего 100%. Мы сделали эти вышки, давайте их еще понаставим. Ну давайте. Что, откуда это? Клерк погиб. Все заново, пошли. Я же не сохранился, не надо. А сзади тут есть? Нет?
Наверное, еще есть дед живые. Музыка не останавливается. Так, дробовик какой-нибудь есть? Будет гораздо быстрее, чем пистолет. Кто там опять? Ну, у них навигация более-менее работает у ботов. Хотя бы так. И где ты там, клерк? Я испугался. Наконец-то мы явились. Ты что, сделал перерыв? Остановился кофейку выпить? Ну, есть тут один тип. Предложил повеселиться. Заткнись, дурень. Слушайте меня, ребята. Вон там куча вуду ждет ваши нежные попки. Не хотелось бы. Я свою задницу очень даже люблю. Ну так будьте осторожней. И постарайтесь донести ее обратно до дома, ясно? Ясно. Ну что, пойдем веселиться с проклятыми черномазами? Ты поляк хренов, я тоже черный, как и они. Твои проблемы! Заткнись, узкоглазый. Уже не знаю, что хуже. Гораздо хуже быть поляком, парень. Наверное, на Ютубе такое нельзя больше показывать. О, граната появилась. Она тратится? Почему граната не бесконечна? Я разочарован. Тренеры. Это бандитские разборки или Вьетнам? Какие-то пулеметы. Страх. И где он? Где пулемет? А, вон миниган. Это хорошо. Он даже замедляет. Звуки были опять использованы из Vice City. И что? А, он просто так мажет сильно. А сидя не могу стрелять из него. Ну кто тут, снайперки есть. Может, все не так и плохо, даже разные, он, у него другая. И что? А, кнопка, конечно. Которая что сделала? Непонятно. Можешь попробовать потыкаться в двери. А тут? Рабочие двери от нерабочих, они никак не отличают.
То есть это мне не кажется, да? Они живые. И что? Алло. Что, как мне это комментировать? Вот и сиди там, все, останься. Не знаю, туда схожу. Мало ли, может, я там нажал кнопку, а здесь что-то откроется. Это же логично. Ну, в рамках такой игры. А, это женщина, которую нам нужно спасти. Все. Еще желтый фильтр, наверное, вернуть. Что ты тут делаешь? Вроде как свидетель. Чего ты? Хрен знает чего. Лучше скажи сразу, по-хорошему. А то всю ночь пулями в туалет ходить будешь. Там кого-то убили. Я покажу тебе. Но... Ну же, говори, шлюха. Но я хочу, чтобы ты вытащил меня отсюда. Куда-нибудь поближе к участку. И чтобы никаких арестов. Я тебе что, няня? Ну пошли, покажешь все. Ну хотя бы актер озвучки вжился в роль. Типичного полицейского. Точно, сказано же по заданию, найти женщину. Вот, я нашел, теперь все двери откроются. Ну, часть. И где ты там? Ты что, нашего согласили? Надо взять. Ух ты, здорово. У них даже лица... Или одинаковые. Нет, у них одинаковые лица. Окей. Тут, наверное, ничего нет. А тут челик стоит. А у них ухи вообще работают. Окей, окей. Погнали. Мне кажется, надо потыркать эту кнопку, и вот эта дверь передо мной откроется. Большая. А может нет? Зачем мне на причале делать? Я назад быстрее хожу, мне кажется. Если ходить по диагонали, как в старых играх, обычно скорости складываются. Персонаж ходит быстрее. Здесь также, кажется, работает. Пошлите назад, откуда я, где я заспаунился, да? Говорит, участок, пошли участок. Так, так. О, логично. Как дела, красавица? Жду. То, что никогда не произойдет, дружище. Это зарезервированная частота. А разве ты не знаешь? Знаю. Эта полиция не такая дура, как тебе кажется. Нет, красавица, это якудза. Это говорит Тосиро Хатори. Он у нас здесь клиент. Чью лабораторию с названием BioIce.
на углу. Это прикрытие твоих друзей. Хотя персонажи разные, на том спасибо. Раз, раз. Тут был вылет. Что это с руками у тебя? Действительно, скорости складываются при движении одновременно с зажатым вперед или в бок, ну или назад, в бок. А вы радикально решили проблему. Залази, залезай. Что? Ни один пистолет у меня не перезаряжался. То есть патрон добавлялись при перезарядке, а этот один раз перезарядился и все. Почему на дорогах нет машин? Потому что они в воздухе. Все. Как я говорил, по бюджету ушел на летающие машины. Какая-то штука, типа как из Beta Half-Life 2. Вон даже и 3D комнаты внутри. Одинаковые, правда, но... То 3D... Просто закрыт. А зачем открывать дороги, если машины летающие? Правильно. Окей, он прошел стресс-тест. Почему у него колеса? А, они сдвигаются внутрь, как в такси фильме. Окей. Но у меня нет вопросов. Опять жук летающий. Bio-Ice. Как мне сказали, мне туда надо идти. Записываю, что происходит. Я записываю. У меня ножи теперь метательные. Который я... Куда он исчез? Окей. И у меня не работает тренер. Потому что он... Потому что, да, действительно, я забыл его включить. Алло. Тренер. Сначала мы включаем его, потом запускаем игру. Так. Запись идет. Тренер работает на кнопке 8-9. А 7 это выключение. 8-9. И у меня тратятся патроны. А, ну это метательное оружие. Гранат тоже тратились. Да. У меня тратится хп? Тратится. Восемь, девять. Не знаю. Хотя нет.
Все, я забыл. Все работает. Так. Хорошо, что нарушение стелса не врубает нам игру. Да, все, сломанная перезарядка. Как и нужно все. Мы решили использовать все модели. Как меня убило? У меня бесконечный хп. Как меня убило? У меня броня не потратилась, меня убило. Что происходит? А будильник звенит. Звенит. Для кого такие проходы делаются дверные? Что с масштабом? Дверь даже больше, чем в два раза больше меня, мои уши. И что? Я должен вот эту штуку потрогать на Е? Нет. Он так не работает. Вот эта комната, я уверен, она ничего не нужна. А, ну может какие-то еще двери есть? А-а-а. Проблема еще в том, что прохождения на ютубе, я думаю, нет в этой игре. И вообще какого-либо прохождения этой игры нет, даже текстового. И что делать? То есть мы брифинг... Мы не откроем. Да даже в брифинге написано просто делать. Серьезно? Кнопка? Есть? Которая просто выключила лазеры. Она вообще ничего не дает. Может быть стелс провален, поэтому... Ну просто игра сломана. Ломается, когда... Ну должна провалиться, когда стелс проваливается. Спустить игру, но... Она, видимо, сломана и... Не проваливается.
Может, еще какую кнопку найдем? Не знаю. Здесь какой-то четвертый объект. Ну, допустим, я записал, надо вернуться назад, я всех убил. Нет. Меня всегда это, походу, выручало, надо вернуться назад тут. В этой игре. Так, ну-ка, что там? Там ничего нет. Был бы у нас ноклип, еще какая-нибудь возможность открыть консоль. Нет. Две кнопки за одно и то же действие. А, это загрузится. Ангер Токсик. Какие тени? Какие тени? Мне кажется, наша целевая комната, это вот это, что она находится прямо в центре, надо просто чуть нажать и где-то здесь, чем-то взаимодействовать. Мне скажут молодец, пойду. Может, действительно стелс надо валить. А я не загружусь обратно, я сохранюсь на стелс. Могу перезапустить. О, фух. Могу уже проблем нет. Так, как я могу нажать на кнопку? Здесь исчезнет. Конечно, если убить NPC, то кассеты не запустится. Надо срочно вернуть. Господин Хатони. Хатори, пожалуйста. Ах да, как и обычно, вы можете положиться на полицию, но каково будет вознаграждение? Все можно обсудить. Я свяжусь с главными группировками города. Этот человек будет мертв, а пробирка будет возвращена. С вашими силами мы легко сможем контролировать любой закоулок. А я извещу мэра, чтобы поменьше насилия. Коррумпированная западная цивилизация. Включить камеру, клавиша 4. Ну вот зато понятно. Спасибо. Клавиша 4. Идет запись. Меня здесь еще, естественно, не видно. А сколько мне надо снять? 4 минуты мне просто стоять? И что? Как я умер?
Опять же, меня убили, игнорируя. Да. А, я должен минут просто снимать. Все, классно. Там просто бот войдет. Поэтому аккуратно. На это, наверное, рассчитано, да? Ну, наверное, не один войдет. А может, и один. Может, не только с этой стороны. Тут же подписано Meeting Room. Выстрела не чувствуют. Стекло. У разного оружия разное увеличение. Проработочка. Проработано все. Ну, пускай они хотя бы руками махали. Чё. Все, минута снята. В этом плане, наверное, нужно не уходить. И вот как раз поэтому нам и надо вернуть пробирку с ее содержимым. Ладно, идите и убейте этого Павла Брозыка. Одним полицейским меньше. Это не трагедия. Пошлем медаль его семейке. Я займусь этим копом, а вы займитесь своими делами. Наше дело разобраться с Zero Patrol. Мы уже утрясли это с копами и сикхами Бомбея. Да, так точно, сэр. Чего это они собрались убить копа? Кто такой этот Павел Брозок? И что здесь делают сикхи и вуду? Проклятье! Он умер! Надо забрать с собой, что смогу унести, да сматываться побыстрее! Ходят слухи о каннибалах в этом районе, да еще эти якудза! Такадзи! Синдзи! Ответьте! Это Такадзи! Синдзи мертв! Я где-то в Кингстон Бич, черт! Окей, Такадзи. Это Сидзуки. Постарайся пробраться в Ямайский квартал, к Flying Dutch. Там найдешь Декстера Сент-Джеймса. Будь осторожен, на тебя охотятся основные группировки, да и якудза патрулирует территорию. Сидзуки, а ты как думал, кто замочил Синджи? Белоснежка и семь гномов? Конечно, якудза, мать твою! Я думал, ля габана. Даже Синдзи к нам положили. Я думал, что это видео получится очень коротким, потому что я наткнусь на какое-то непреодолимое препятствие. Вроде там не открывающиеся двери или еще что-нибудь. Но нет. Игра, оказывается, работает. Ну, возможно, с помощью тренеров еще. Много морса пролили.
Ага. И поэтому может быть еще будет второй ролик. Вот. Так что на это все. Всем спасибо, всем свободно, всем пока.